Многие, глядя на этот снегоход, скажут: «Я знаю, что это». Нет, поверьте, вы не знаете, потому что это новый Aodas Snowcross 1000. 2 варианта гусениц шириной 50,5 см и 60 см Super White Rack. Рычажная подвеска, как на этой модели, а также подвеска с телескопическими стойками, которые будут идеальны для охотников и тем, кому снегоход необходим для работы и буксировки грузов. 87 лошадиных сил, V-образный 1000-кубовый двигатель. Большой цветной ЖК-дисплей. Пассажирское сиденье и аксессуары подходят под снегоходов Lynx и Ski-Doo. Задний каток задней подвески подъемный, что облегчает движение задним ходом по глубокому снегу. Под правой рукой расположена ручка переключения коробки передач. Пониженный режим всегда выручит вас, если необходима буксировка или если необходимость заехать вместе с пассажиром в достаточно крутую горку по глубокому снегу. На снегоход компания Aodas предоставляет 2 года гарантии или пробег 3000 километров. Мы с нетерпением, так же как и вы, ждем этот снегоходный сезон и надеемся, что, как и прошлой зимой, снег появится уже в конце ноября в нашем московском регионе. Поэтому встретим зиму вместе на снегоходах Aodas Snowcross 1000.